Вот и грибочки пошли. Но все червивые что-то пока попадаются. Вот такое вот аппетитненькое мясо. Лопатка свиная у нас есть. Сейчас нарежем лучок, приправку добавим, завернем все в фольгу. Нужно будет еще развести костер. Угольки у нас пока добываются. Будем заниматься избушкой. Так, показываю еще, что приобрел. Вот столько гвоздей, думаю, нам практически, а может и вообще хватит этих гвоздей на полностью всю избушку. Поставлю также фотоловушку здесь. Если вдруг кто будет приходить, то увидим. Вот так вот маринуем мясцо. Мясо надо будет нарезать, чтобы не сильно толстое было. Ножичек надо купить, что-то это фигня какая-то. Разваливается весь. Да уж, ножик. Так вот, все нарвал, нарезал, жирок весь убрал. Делать решил мешочки. И маринуется там будет, лучше мариноваться. Перемешивать удобно. Еще же покупал перец где-то. Сейчас найду. А вот он. Смесь перчиков добавим. И заливаем это все маленечко минералочки. Вот так вот. Закрываем. И перемешиваем. Ах, обалденно будет. Оставляем. Разжигаем костер.
вот такие отслойки от березы вспыхивают как порох, если кто разводит костер. Так вот надерем, надираете его, столько хватит. Засовываем костерок и все. Сейчас одной спички загорится. Кофе молотый, красный апельсин. Интересно. Молотый кофе пил, но со вкусом апельсина не пил. Попробуем. Вот так вот. Какой аромат доносится. Ну, продегустируем. Наверное, крепковато так и сделал. Сейчас волосы дыбом станут. Опа. Ну, ваше здоровье. Ну, прикольный вкус. Надо будет еще такого купить. Интересно.
мягонькие. Так что рекомендую тоже попробовать вам. Это не реклама. Показывать ничего не буду. Там в интернете где-нибудь посмотрите. Ну, может, в магазине есть. Кофе молотый, красный, апельсин. Называется. От сахар кубы и не такой крепкий. И вообще бы шикарно было. Ну вот, на 40 сантиметров в глубину уходит. Снаружи остается 1.10 м почти что. 1.05 м. Ну и нормально. Сильно высоко нам не надо. Немного над землей, чтобы было, и все. Пойдет. Все, закапываем. Великолепно. Стоит. Один есть. Еще 4, 3. Сейчас буду отмерять и ставить второй столбик. А вам пока предлагаю посмотреть кадры, как я делаю люстру из той коряги, которую нашли в прошлом видео. Всем приятного просмотра. Надо будет сейчас ее
прошкурить. Инструментами никак не получится, потому что нужно, чтобы она осталась круглая. Поэтому вручную надо шкурить. Кончики также сейчас подровняю на торцовке. Ну, а потом можно чем-то будет покрывать. Может, думаю, маслом покрою, потому что, чтобы естественный цвет остался. Ну, посмотрим, как, какой цвет будет еще. Может, и замарим какой-нибудь. Веточки уже подровняем ножовочкой. Сейчас ошкурю. Нужно будет еще потом докупить провода. Необычные лампочки, если найду такие цепи, на которые будут подвешиваться. Либо веревки. Наверное, больше веревки подойдут к этому стилю. Все время хочется что-то необычное сделать. Креативненькое. Чтобы выделялась из толпы. Думаю, получится вполне интересная люстра. Смотрите, потом результат. Кто-то себе тоже захочет такую сделать. Мгновенно впитывает масло. Дерево сильно просто хорошо просушено. Вот так вот смотрится наша коряга после двух слоев масла нанесенного. Еще местами не впиталась. Вполне очень интересно. Естественный цвет. Все структурки сохранились. Немножечко затемнилось. Но это наоборот подчеркивает старину. Сейчас оставляю на денек. Ну вот, закупил все комплектующие для нашей оригинальной люстры. Вот такой вот интересный провод в виде веревки. Потолочное крепление. 4 вот таких вот интересненьких плафончика. Ну и 4 больших круглых лампочки. Нужно будет докупить еще веревки немного и крючки. Это рублей 200, думаю, выйдет. А вот эти все комплектующие вышли на 4-420. Ну, итого примерно выйдет 4-800. Ну, так, где около 5000, короче, такая люстра выйдет. В принципе, то это очень даже дешево. Такие люстры в интернет-магазинах по 20-30 тысяч продают. Поэтому выйдет очень дешево даже и оригинально.
Кстати, друзья, у меня же тут опять на днях была спасательная операция. В тот раз мышку спасал. В этот раз птенца-стрижа. Подъезжали вечером к дому, смотрим, птенец валяется. Такой еще, ну, средненький возраста. Барахтается у него, с крылышком потрепанное какое-то было. И все, уже вечерело, дождик, ливень собирался. Гроза была. Решили занести его домой, потому что гнездо уже было поздно искать. Сперва хотел, думал, может, вырастим его сами. Ну, посмотрел по информации там, по видеороликам. Их кормить почти что там каждый час надо, по несколько раз. Короче, возни столько, капец. Это надо не работать, дома сидеть с ними только. Поэтому пошел на следующий день искать гнездо, откуда он выпал. По информациям тоже посмотрел. В городе они живут на крышах обычно. На чердаках гнезда делают. Залез на чердак. Увидел там много яичек голубинных. Птенцов голубинных тоже всяких разных возрастов. И стрижа. Три семьи там было. Одни большие уже. Одни совсем маленькие. И посерединке. И вот которые посерединке, он к ним большой. Ходил по возрасту. Решил я в ту семью его подсадить, а чтобы узнать, примут они или долбить его будут, я поставил фотоловушку. Сейчас увидите кадры. Так что, вот так вот. Повезло ему. Семья его приняла. Наверное, он оттуда и выпал. Потому что как раз под этим местом и примерно мы его и подобрали. Упал он со второго этажа. Поэтому, наверное, себя как-то он неважно и чувствовал.
Вот. Все четыре столба установлены. Все ошкурено, промазано, утрамбовано. Красота. Постоит. 2 на 2, в принципе, это большая такая получается. Нормально. Сейчас надо будет сделать обвязку из четырех таких вот бревешек. Состыкуем их в ползы и обвяжем это все хозяйство. Можно будет стелить уже пол на пол. Немножко заготовлено. Надо будет еще допиливать, искать тоненькие такие. Между ними щели, потом мох, если найду здесь, утыкаем. Либо джутовые ленты. А может вообще пеной просто запеню. И все, и щелей не будет. Будет тепло и зимой. Так что ладно. Делаем обвязочку.
Ну, вот так вот как-то получается. Не знаю, как буду избу еще рубить. Может, в такой же паз. Никогда не рубил ни в чашу, ни вообще избу никогда не рубил, даже не видел. Наверное, все криво-косо будет получаться. Ну ладно, что. Оно и интереснее, наоборот, будет смотреться. Кривая коса. Точно, как избушка на курьих ножках будет. Из сказки. Насчет пола, вот еще не знаю. То ли в середине еще пустить. И уже так настелить бревнышки маленькие. То ли из толстых делать. Пропиливать здесь. Чтобы ровно было. И тоже в паз вот так же. Выстилать пол из толстых. Это же опять надо искать где-то бревна толстые. И их тут в округе мало осталось. Поэтому не знаю. Наверное, в середине пущу и тоненькими уже зашиваться пол. Чтобы, ну, чтобы не прогибалось, в середине сделать упор. А так прогнется пол. Тоненькие, потому что бревешки. Чего они тут? Кого? Такие маломальские-то. Ну, конечно, не совсем тонюсенькие, но все равно. Ладно, будем доставать мясцо, посмотрим, что у нас там получилось. Время уже вечер. Поужинаем. Вот такая вот красота. Здесь у нас лучок, чаек, гранатовый соусик. Все как надо. Будем дегустировать. Всем приятного аппетита. Надеюсь, все прожарилось. Выглядит вообще божественно. Запах-то... Аж слюнки побежали. Укропчика с лучком еще. Тает во рту. Вон оно. Расслаивается. Хорошо так пропарилось. Прям тает во рту. Соусик еще попробовать. Всем желаю выбраться тоже на природу. Пожарить такое же прекрасное мясо. Соусиком-то еще вкуснее. Ладно, друзья. Буду на сегодня заканчивать. Время уже вечер. Ну вот так вот поработали сегодня. Вполне неплохо. Результатом я доволен. Дело движется потихоньку. Упоры есть. Сейчас пол уже можно делать. Стены и крышу. Сейчас буду собирать вещи и выдвигаться потихоньку до дома. Так что всем спасибо за просмотр. И добра. Отлично, сегодня провели время.